Это наши выходные. Смотрите, на этой речке сплавляются каяки. Ну, сегодня что-то немного. Обычно всегда очень-очень много. И здесь вот каяки у них, ну, как маршрут. 40 км, наверное. Вот этот. Ну, и наш ребенок, конечно, тоже в водичке. Он любит очень водичку. Я вот сейчас посмотрю, где наш ребенок. А, вот ребенок наш. Олег? Течение очень большое, очень большое. Настолько вообще. И вода чистая-чистая. Ну, плавать, конечно, здесь невозможно, потому что здесь очень такое дно. И песок есть. И в то же время у нас камней очень много. Ты далеко? Попить пошел. Вот такой вот наш. Смотрите, настолько много. Очень-очень-очень. Смотрите. Этот. Течение очень большое, конечно. Замечательно. Вот каяки. Круто. А вот смотрите, девочки тоже готовятся. Тоже водичку. Сейчас пойдут. И тоже пойдем. Смотрите, какая красота. Сейчас будут они. По течению идет. А вот наш актер пошел. Здесь очень много, конечно. Здесь место такое хорошее. Но это специальное место для каяков. Здесь отдых делают каяки. Девочки поплыли уже. А вот еще. Смотрите, какая прелесть. Ага. Так хорошо. И поплыли. Угу. Одна семья. А так вот отдыхает. И мы отдыхаем. Играемся. Течение очень большое здесь. Столько большое вообще. Thank you.